Всем привет! Продолжаем тему из серии «Как обмазать свой страйкбольный глок печатными деталями». В данном случае это цимоглок. В сегодняшнем видео я покажу несколько типов печатных слайдов для цимоглока. Будут обычные слайды для 17 и 18 версии с возможностью установки коллиматора типа RMR. А также будет слайд-приклад, но обо всем по порядку. Первыми на очереди будут обычные слайды под RMR. В архиве представлены несколько типов, попробую их все перечислить. 17-й глок 4-й генерации с пазом и без паза. 17-й глок подобие 5-й генерации с пазом и без паза. 18-й глок 4-й генерации с пазом и без паза. И 18-й глок подобие 5-й генерации с пазом и без паза. Также в архиве есть высокие механические прицельные приспособления. Обычное и оптоволокно. Важно иметь в виду, что при использовании слайда для 17-й версии ваш цимоглок сможет стрелять только в одиночном режиме. Перейдем к сборке. Для этого потребуется разукомплектовать штатный слайд. Из него необходимо извлечь переводчик режимов огня и заднюю крышку-защелку. Будьте предельно аккуратны. Здесь присутствует очень маленькая пружинка с толкателем, а также очень маленький DIN-914, который фиксирует рычаг смены режимов огня, для которого очень трудно подобрать шестигранник, он нереально милипиздрический, я его, кстати, уже потерял. Высокие прицельные приспособления фиксируются маленькими саморезами. Не уверен, что такие продаются в обычных строительных магазинах, я их выкрутил из какой-то детской игрушки. Переводчик режимов огня и заднюю крышку-защелку устанавливаем в новый распечатанный слайд. Если используем 17-ю версию, то переводчик огня не потребуется, фиксируем штатными винтами. Теперь устанавливаем коллиматорный прицел. Еще одно уточнение. Использование слайда с коллиматором возможно только со снятым кожухом нозла на пистолете, иначе слайд не встанет на место. По поводу механических прицельных приспособлений, к ним подходит оптоволокно диаметром 2 мм. Его можно найти на Алиэкспрессе. Собранный слайд устанавливается как и обычный. Готовенько. Если же вам захочется переделать свой цимоглок в подобие карабина, для этого хорошо подойдет следующий комплект деталей. Используя расширенный и удлиненный слайд, также переносим в него органы управления и фиксации со штатного слайда. К слайду прикрепляем переход на приклад и фиксируем с правой и левой стороны винтами DIN-7991M4 на 10 мм. Переход необходимо установить кнопку приклада с пружиной. В моем случае пружина имеет размер 10 на 30 мм. Чем жестче будет пружина, тем плотнее будет фиксироваться приклад. Есть три варианта приклада. Вариант для стандартной трубы от AR, прямой и под углом, а также вариант квадратного приклада с возможностью установки защелки и подщечника. Установим квадратный приклад при помощи винта DIN-7991M5 на 40 мм и потайной гайкой M5. Фиксируем первую часть приклада. Добавляем вторую часть в виде тыльника и фиксируем винтом DIN-7991M4 на 10 мм. На место соединения первой и второй части приклада устанавливаем накладку с защелкой или без. Фиксируем двумя винтами М4 на 10 мм. На накладку по желанию можно установить подщечник. Он фиксируется двумя винтами
1.7991 М4 на 8 мм. Теперь возвращаемся к слайду. На него сверху установим планку, фиксанем четырьмя винтами М4 на 10 мм. В передней части слайда есть место под установку фальш-ДТК. Есть два варианта – простой и с выступом. При установленном простом ДТК снятие слайда с рамки производится так же, как и на обычном цемоглоке. А вот фальш-ДТК с выступом имеет возможность совмещения с передней рукоятью моего производства. Ссылка на нее также будет в описании. В этом случае слайд дополнительно фиксируется установленной передней рукоятью, и снять его оперативно не получится. Фальш-ДТК фиксируется двумя винтами типа ISO 7380, М3 на 5 мм. Все фальш-ДТК имеют внутреннюю резьбу, 11-ю правую, для возможности установки трассерной насадки. Слайд-приклад собран и установлен. На мой взгляд, получилось хорошо. Подведем небольшие итоги. Модельки, как обычно, в свободном доступе. Качаем и печатаем, делимся впечатлениями. Надеюсь, эти изделия найдут своих пользователей. Также сообщаю, что у меня теперь появилась страничка в Инсте. Можно добавиться туда для отслеживания новостей. У кого нет Инсты, духоскрепная группа в ВК также работает. А на этом у меня на сегодня все. Надеюсь, скоро увидимся. Всем здоровья и до скорого.